на Атланта Дрим и Хьюстон Комец, которая команда, которая набирает по ходу сезона обороты. И вот сейчас забивает фильком, бросает фингерол, не попадает. А вот со средней попадает Недумова, очень уверенно. Екатерина разворачивается, дает пас на Валерию. Валерия в проходе, хорошо забивает. 6-0 на старте. Кометы вырывают. Пока два самых заметных игрока в атаке у Комет. Это Филькова и... Соответственно, Недумова. Второй попадает. 9-0 у Атланты за 10-4. Алферова надо бросать. Бросает Любовь. И базером наконец-то забивает все-таки Атланта. 3 очка. 3 минуты пока у нас голевая засуха. Закова на вход. Хорошо забивает Оксана. После передачи Карповой. Закова. Хороший пас на Карпову. Карпова бросает, попадает из-под кольца. 13-3. Бойко со средней попадает. Елизавета. Второй попадает. Не бросковый, это четвертый командный у Хьюстона. Больше фалить Кометам нельзя. Отличный пас на Алферову. Под кольцом. Любовь здесь справа. Першина. Передача хорошая на Филькову. И Валерия забивает. 2 очка. Потежная забивает первый штрафной. Недумова. Варгас со средней. Нет, не Варгас. Это Фомина. Прошу прощения. Да, это Мария Фомина. Висят на Александре. Скидывает она мяч на Черных. Ксения на Алферову. И Домани в итоге на дуге остается одна. Попадает Марта. Девинаровой мимо. Второй в цель. 18-12. Так, Атланта выбросила сегодня 213 пока. Пас на Недумову, Екатерина. Передача на Валерию. Филькова еще один бросок. Это двухочковый. Точно. Домани в проходе. Здорово, Марта. Полнападение. Марару убегает, Саша. Такие забивает. Да, забивает Марару. Недумова в проходе. Флоутер забивает Екатерина. Отлично. Пас на Подшибякину. Яна. Сама и потежное блокшотище отвешивает. Домани. Блокшотище отвешивает. Домани получает передачу. Зашагивание хорошее от Марты. Забивает Домани 2 очка. Шебякина бросает со средней. Попадает Яна. Перехват от Атланты. Марару забивает легкие 2 очка. 26-2. Потежная. Хороший перехват от Ангелины. Легкие 2 очка для Атланты Дрим. Не пора ли Естину взять тайм-аут? Учение. Пас на Филькову. Першина. Хорошая комбинация у Хьюстона получается. И Филькова. Передача. Второй попадает. Плюс 7 после этого попадания у Хьюстон Комец. Домани. Першина. Пас на Филькову. Забивает Валерия. И это плюс 9. Потежная с мячом.
обыгрывает под Шебякину на первом шаге. Хорошо забивает 2 очка Ангелина. Алферова разворачивается, забивает Любовь 2 очка. Недумова на получении. Бросает флоутер Екатерина. Удачно. Бойко. Алферова слева стоит одна. Бойко трех. От щита попадает. Красивый пас там между ног получился, но цели это не привело. Бойко в отрыве. 2 очка в кольце. От Атланты у Хьюстона. Алферова на подборе. Ипотежная ускоряется. Пас на Бойко. Бойко со средней попадает. Сравнивает Атланта счет. Тайм-аутов. Не думаю, с дистанции. Точно Екатерина попадает. Плюс 3. У Хьюстона. Передача на Перстону. Не думаю с мячом. Не думаю, бросает флоутер через Барару. Еще 2 забивает Екатерина. Атланты. Домани на дриблинге. Пас на потежную. Ангелина в проходе. Забивает 2 очка. Хороший пас. Первый забивает Домани. Второй также в цель. Минус 1 у Атланты. Броска выходит. Забивает Оксана первый.